Привет, красотки! Сегодняшнее видео будет о фаворитах мая, и в нем мы с вами по традиции рассмотрим все приятности, которые радовали меня в этом месяце. Начнем с парфюма от Терри Мюглера, который я вам уже показывала в каком-то из видео фаворитов. Я просто не могла обойти его стороной, потому что это фантастический аромат, который за последние пару месяцев стал, наверное, одним из моих самых любимых во всей коллекции. Я бы сказала, что он восточно-гурманский, он насыщенный, он тяжелый, но все равно он определенно не резкий и он очень сексуальный. Я думаю, я с удовольствием буду его носить и в летний период, потому что сейчас уже потеплело, но этот аромат меня абсолютно не душит. Вы очень часто в комментариях интересуетесь тем, какими средствами для загара я пользуюсь, и по этой причине я оба средства решила вам в этом видео показать. Первый называется Everyday Coconut Face Lotion SPF 15. Эта вещь отлично работает на лице, не забивает поры. Единственное, что этот конкретный лосьон оставляет заметные белые следы, консистенция очень плотная, лосьон имеет приятный сладковато-цветочный, наверное, аромат. Свежий сладковато-цветочный аромат, скажем так. Объем здесь хороший, состав натуральный. Кстати, объем здесь сколько? 354 мл. И вторая вещь, которую я постоянно сейчас использую, это Alba Botanica Hawaiian Dry Oil Sunscreen SPF 15. И объем здесь 133 мл. Сладкий, цветочный, десертный. Напоминает об отдыхе, о каком-то тропическом острове. Если вы искали масло с замечательным ароматом, которое помогает формированию загара и при этом защищает вашу кожу от ожогов, я думаю, эта вещь определенно может быть вам интересна. Щеточка для лица, которую я вам недавно показывала в своем видео о покупках сайта iHerb, и в которую я просто влюбилась. Я ее использую вместе со своим любимым овсяным мылом от Zappa Hill. Я намыливаю эту щетку и после этого начинаю массировать лицо. И как мне кажется, она действительно делает кожу более упругой, более чистой. Она делает вашу кожу более молодой, более отдохнувшей. Я не знаю, как описать этот эффект, но кожа действительно выглядит гораздо лучше. Девчонки, если вы эту щеточку тестировали, пожалуйста, расскажите мне о вашем опыте. Но на данный момент для меня лично это просто какое-то открытие, это какое-то чудо. И я очень довольна покупкой. Вы не единожды уже видели эту кисточку на канале, поэтому долго на ней останавливаться не буду. Я просто обязана сказать, что я обожаю эти кисти. Как вы видите, я купила вторую, потому что я постоянно вот эту кисть использовала, и мне надоело ее мыть каждый день. Теперь я ее буду мыть через день. Называется она Delium Tools 950 Oval Multipurpose Brush. Эти кисти я использую для нанесения тональной основы, для нанесения консилера. С их помощью я растушевываю скульптурирование носа. И в паре с этой кистью я постоянно использовала в этом месяце тональную основу от Catrice, которая носит название All Matte Plus 025 Scent Beige. Не подчеркивает шелушение, выглядит равномерно, выглядит естественно. Никаких негативных сторон в этой тональной основе я не вижу. Я, кстати, делала отдельное видео о ней, ссылку на которую я оставлю внизу в инфобоксе. Внезапное открытие в линейке Essence Strubin Highlighter Stick в оттенке Glow Up Your Life номер 20. Я вам уже говорила в видео о покупках, и здесь повторю то же самое. Как мне кажется, это усовершенствованный аналог хайлайтера Essence So Glow. Это что-то среднее между пудрой и кремом. Он выглядит естественно, но при этом он дает вполне заметное влажное сияние на ваших скулах. Бронзер Desert Bronzing Powder от Pupa. Вы видели на канале миллион раз, но я просто обязана была его здесь упомянуть еще раз. По той причине, что в мае я его носила просто постоянно. Сейчас, как вы видите, я уже чуть-чуть подзагорела, и остальные бронзеры не так уж естественно на мне смотрятся. То есть бронзеры с холодным подтоном выглядят серым пятном на моих скулах. Этот замечательно смотрится на загорелой теплой коже, выглядит естественно, легко тушуется. Огромный размер, я вам уже говорила, это самый большой бронзер, который я когда-либо встречала в продаже. 35 грамм.
одні з моїх самих любимих румян для загорілої кожи, буржуа сантал, запечені румяна, бронзово-коричневий, мабуть. Приятний цвіточний аромат, достатньо різкий. Обожаю ці румяна за їх універсальність. Вони роблять будь-який макіяж завершеним, але при цьому не звертають излишнього уваги на себе і не смотряться слишком уж броско. Второй оттенок, который я часто носила в мае, это мои любимые румяна Rose Gold от Sleek. Их у меня осталось, наверное, половина, может быть, чуть больше половины. Они мега пигментированы, я их использую уже, наверное, минимум 4 года, причем использую их достаточно часто. Color Tattoo On and On Bronze номер 35. Эти тени находятся в проекте Project Pen, то есть я пытаюсь их использовать до конца 2017 года. Как вы видите, прогресс налицо. Эти тени я наношу как базу фактически под все макияжи, где я могу их пристроить. Спонж от Ika Tools. Хотела вам здесь показать его в намоченном состоянии. Вы видите, он увеличился в размере, стал более мягким. Именно с его помощью я сегодня нанесла тональную основу на свое лицо. И, кстати, на мне сейчас не та тональная основа, о которой мы с вами говорили, не Catrice All Matte Plus, а BB Cream от Lumine, который вы тоже миллион раз уже видели на канале. Этот спонж замечательно справляется со своей задачей, легко моется. И я надеюсь, что он будет не таким нежным с точки зрения своей долговечности, как спонж от Real Techniques. Новинка в линейке Catrice Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow. И оттенок мой 030 Daily Dose of Rose. Я вам уже говорила, девчонки, в видео о покупках, что эти тени нуждаются в вашем внимании, то есть вам нужно следить за тем, какое количество вы наносите, потому что если вы нанесли слишком много, они могут начать крошиться, отваливаться и так далее. Если вы их распределили и нанесли равномерно, они превращаются в какой-то фантастический жидкий металл на вашем веке. Этот конкретный оттенок мне очень нравится, потому что он выглядит нежно, он делает макияж женственным. Теплые сияющие закатные оттенки из палетки Sleek Sunset меня очень сильно радовали и продолжают радовать. Я думаю, эта палетка будет актуальна для меня в течение всех последующих летних месяцев. Оттенки замечательно смотрятся на загорелой коже, и это тот вариант, когда вам не нужно прилагать особенных усилий к созданию макияжа. Вы можете нанести какой-то из этих оттенков на ваше подвижное веко, нанести матовый оттенок в складку века, нанести какой-то из светлых оттенков во внутренний уголок глаза, и ваш макияж, по сути, готов. Именно так я, кстати, и создала сегодняшний макияж. В складке века у меня, по-моему, бронзер от Pupa сейчас находится. И на подвижном веке у меня вот этот вот оттенок. Во внутреннем уголке глаза вот этот вот. Замечательная палетка, никаких претензий к качеству. Палетка Makeup Revolution и Sleep Makeup Repeat оказалась в этом видео благодаря вот этому вот яркому красному оттенку. Я обожаю вампирские макияжи, я обожаю красные тени. Я знаю, этот вариант макияжа на любителя, многие считают, что глаза выглядят уставшими, и в целом макияж выглядит неприглядно, если вы используете красные или розоватые тени. Но я лично такой образ обожаю, и как раз по этой причине я с огромным удовольствием сделала макияж с акцентом на вот этом вот оттенке. По-моему, в этот макияж... Да, вы определенно увидите этот макияж в видео 30 Day Lipstick Challenge. Девчонки, в этом видео свочи помад не будет, по той причине, что весь май я каждый день носила новый оттенок, и все эти помады вы увидите в отдельном видео. Здесь я просто обязана вам показать две помады, которые особенно сильно меня порадовали. Первая из них это Isadora Perfect Matte Lipstick Hot Coral. Это яркий коралловый оттенок, который выглядит как вельвет на ваших губах. Он делает губы сочными, насыщенными, замечательно смотрится на загорелой коже, текстура здесь беспроблемная. И вторая помада, которая меня всегда радует в летний период, то есть она меня очень радует на загорелой коже, это помада Азия под номером 077 из линейки Rimmel. И давайте я, наверное, покажу вам тот блеск, который сейчас на моих губах находится.
Catrice Lip Cushion 010 Rada Be at Coachella. Симпатичный, повседневный, достаточно светлый нюдовый оттенок со странным аппликатором. Аромат отдаленный, приятный. Lucky Essence на мне лично обычно больше дня не держится, то есть в конце первого дня они начинают скалываться. И в общем и целом формула лаков бренда Essence не всегда является покладистой. Эти два лака меня удивили просто невероятно по той причине, что они продержались 3 дня без сколов на ногтях, и 5 дней они продержались с минимальными сколами. То есть в конце 5-го дня они все еще выглядели достойно. И это несмотря на факт того, что это светлые пастельные кремовые оттенки, они не плешивят, они отлично распределяются. Моя любимая незабудка под номером 261 из линейки Ява. Это довольно яркий лак, но все равно, несмотря на свою яркость, он смотрится нежно по-весеннему. Если мне не изменяет память, я этот конкретный лак включила в топ своих любимых весенних оттенков. И ссылку на то видео я оставлю внизу в инфобоксе. Теперь мы с вами переходим к разговору о моих любимых украшениях и аксессуарах. Часто носила свое кольцо с аметистом из магазина Anna Silver & Co. И второе кольцо с розовым турмалином. Тоже было мною очень любимо. 3 отполированные ракушки на вощеном шнуре. Ничего особенного, по сути. Но все равно для меня лично это украшение имеет какую-то викингско-шаманскую волну. Она также напоминает мне о моем любимом мультике Моана. Вспомнила я о незаслуженно забытой мною хартограмме. Она была заброшена в моих коробках, на дне, завалена браслетами. Нашла ее, повесила вот на этот вот шнурочек. Как мне кажется, она выглядит вполне универсально, вписывается в огромное количество разных образов. Вообще, в целом, у меня всегда улучшается настроение, когда я надеваю на себя чокеры, или ошейники, как я их называю с детства. Этот конкретно не является таким уж броским и брутальным, здесь нет шипов, но все равно вот эта вот деталь в центре меня очень радует. Догадайтесь, что это такое? Если кто-то правильно угадал, поздравляю, девчонки, это выползок ужа. Вы знаете, я обожаю ужей, я очень часто их встречаю во время пробежки, периодически с ними обнимаюсь, обожаю всех змей. И также я очень сильно люблю ящериц. И в этом месяце мне неимоверно повезло, я ящериц встречала, наверное, каждый день. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы со всеми с ними уже знакомы. Но если нет, я вам расскажу о том, что вам предстоит сейчас увидеть. Пара ящериц – это Кайл и его избранница, соответственно. Маленькая ящерица – это Матиас. Не такая уж большая зеленая ящерица – это Пауль. И большая зеленая ящерица – это Рагнар. И сейчас вы их всех наглядно сможете рассмотреть. Thank you.
Насчет музыки никаких изменений, все так же с огромным удовольствием слушаю Rammstein, Icebreaker. Девчонки, если у вас схожие с моими вкусы в музыке, пожалуйста, порекомендуйте мне ваши любимые группы внизу в комментариях. Спасибо огромное за просмотр, надеюсь, вам было интересно. И как обычно, буду очень рада, если вы внизу в комментариях расскажете о ваших фаворитах этого месяца. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!